Красноярский край вошел в топ-10 российских регионов по количеству потенциальных банкротов. Только в нашем городе сейчас насчитывается 13 тысяч человек с просроченными кредитами. На каждом из них долг в 500 тысяч рублей. Так, во всяком случае, уверяют специалисты Объединенного кредитного бюро. А рекордсмен среди горожан – красноярец, который набрал долгов на сумму более 3 миллионов рублей. Ему предоставили кредиты в 10 разных банках, причем некоторые финансовые учреждения давали по несколько займов. Тем не менее, в этом антирейтинге наш край только на 9 месте. А в топе Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В этих городах умением делать безнадежные долги отличились в общей сложности 170 тысяч россиян.